Все-то я не унесу. Вот. Надо что-то выбрать. Вот этот мне понравился, он такой бордовый. Вот. С какими-то такими прозрачными включениями. С ржеватым оттенком. Он, наверное, очень красивый, когда его помыть. Так, вот этот полосатенький напоминает камни из храма, из фильма «Храм судьбы» Диана Джонс. Там были полосатые камни. Вот. Ну, эту мелочную, наверное, заберу. Вот. Так, что еще у нас? Вот у этого камня очень красивые тоже полосочки у него. Фиолетовые тут. Нежно-фиолетовый цвет пробивается. Очень красивый. Но не хотелось бы его оставлять. Так, вот этот. Ну вот он по себе такой полосатый, вкусный такой, ну не знаю, не уверен. Так, ладно, это какая-то фигня, непонятно, маленькая что-то, недоразбитый. Ну вот этот необычный, цвета тоже такие рыженькие, не знаю. Так, этот в тон с красным идет, вот он такой розоватенький немножко. Вот. Вот этот мне понравился, он такой желтенький. Он очень красиво смотрится в тон со щели. Не знаю, да, честненько. Так, это красный камень такой большой, заказ. Чтобы один был красный, тут вот их сколько. Но этот большой-то, этот белый. Его нужно, его можно было бы разбить, посмотреть, что там внутри. Разбивать не хочется. То же самое. Если его разбить, то внутри может быть какие-нибудь кристаллы красивые. Так, ну-ка, что у нас? Это не надо, крокозябло. Вкусно попалось. Вот, красивый. Вот еще один. Его и нести удобно, и сам он такой интересный. И здесь какие-то фиолетовые есть включения, поясные. Интересно. Так, это все под вопросом. Вот это надо тащить. Уже до хрена. Эх, так, а это у нас что? Это такой полосатенький, вот полосатенький сюда вот этот раз. О, красивый. Вот они втроем замечательно смотрятся. Так, а этот у нас, о, это какой-то такой зелено-желтый такой полосатенький. Так, вот. Не знаю тоже, вот, не знаю. Так, а вот это что такое, вот, крокозябловая, не понятая никем. Оба. И это просто полосатый камень такой полосатый, просто полосатый камень. Итого. Со всего вот это вот богатство, что же мы заберем? Так, вот этот точно заберем. Вот этот тоже точно заберем. Вот. Блин, булыжник заказ, его придется тащить. Один красненький, чтобы был, этот к нему довесок. Так, этот, наверное, куда же? Так, этот мы забираем, потому что он легкий. Этот, потому что красивый, забираем. Так, стоять. Этот тоже возьмем. Блин, сейчас же не унесу все. Так, этот. Так, а вот эти, наверное, можешь разбить их, а? Здесь, сейчас задолблюсь. Итого, вон трое забирают. А эти придется поразбивать. Ну вот, разбил.
тут точно жили. Вот это вот мы предполагаем, что это метеорит.